Всем привет! Сегодня у ребят был игровой день. Они играли матчи. Никита играл на турнире. Его наставление на матч было играть стабильно. Самое главное – психологически быть устойчивым. Саша играла матч у нас в клубе с девочкой с Машошиной. Саша выиграла первый сет. И во втором сете 3-2. Саша играла очень стабильно, спокойно, без нервов. То я не могу сказать про Никиту. Держался до последнего гейма, но в последнем гейме сорвался. После матча у нас была беседа. Я был очень строгий с ним. И он тренировку отыграл очень-очень-очень хорошо. Естественно, могу сказать, что по-хорошему с детьми не получается. Что был скачок в игре резкий. Нужны вот такие вот эмоциональные всплески. Теннис до 12 лет? Да. Он очень тяжелый. Ага, да. Потому что на тренировке мы проводим больше не тенниса, а больше воспитания. Вот это вот поведение ненормальное. Я не хочу в камере светиться. В камере он не хочет светиться. Это поведение, Никита, ненормальное. Так себя не ведут. Саша снимается. Она не снимается, она стоит прямо. Скажи, скажи пис. Что? Пис, вот так вот. Пис. Самое главное в теннисе, это анализировать свои ошибки. Когда ты делаешь какой-то удар, и в ударе ошибка, ты должен понять, почему. Что ты сделал не так? Ноги, кисть, пропустил. Понял? Для чего это надо? Для того, чтобы исправить ошибку в следующий раз и ее не повторить. Правильно? Все поняли? Сейчас ребята на растяжке. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал. Следите за результатами детей. Я буду стараться выкладывать как можно чаще. Что происходит в нашем клубе. Все, всем пока. Чао.